Всем привет, меня зовут Вика, вы находитесь на моем канале. Прошу простить меня сразу же за мой голос. Буквально пару дней назад я заболела ангиной, поэтому говорить достаточно тяжело. Сегодня у нас будет влог, потому что я еду на конюшню, встречусь с одним очень хорошим человечком. У меня это достаточно яркое событие, так как я не выбиралась никуда к лошадям уже полтора месяца, не видела их вообще в принципе. И поэтому это такой знаменательный день, и несмотря на то, что я заболела, я решила не менять своих планов. Думаю, что на улице не получится много разговаривать, но основные ключевые моменты я сниму, и думаю, сегодня будет круто. В общем, погнали. Продолжаю с цветом. Это Алина. Привет. Мы были на конюшне, мы уже все сделали. Идем в обратный автобус. По-домашнему, вечернее заканчиваем этот блог. Я уже в своей комнате, в общаге. День был весьма продуктивным, интересным. Я наконец была на конюшне спустя долгое время, развеялась, потискала, пообщалась с коняшками, хорошо провели время. Сейчас я уже сижу, разбираю фотографии. На самом деле я не очень довольна результатами, потому что Гош был слишком подвижным. Многое не получилось, могло бы быть лучше, но все равно хорошие, красивые кадры есть. Дальше у нас ждут новые дни, новые планы, новые свершения. Я надеюсь, что вам было интересно провести этот день со мной. И надеюсь, что и дальше я смогу посещать какие-то конюшни и рассказывать вам о том, как проходит мое время. В общем, как-то так. Вот мы будем чуть-чуть показать. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И всем пока!